столице Коми набирают волонтеров. Они помогут провести рейтинговое голосование за объекты благоустройства по программе формирования комфортной городской среды. Напомним, главная цель федерального проекта – сделать города комфортнее для жителей, а также вовлечь граждан в процесс благоустройства. Занимается набором волонтеров ресурсный центр добровольчества Сыктывкара. Люди, которые откликнутся на призыв, будут консультировать жителей и помогать им голосовать за проекты благоустройства. Парки, скверы, улицы, дворы. Предварительно волонтерам необходимо будет пройти обучение на сайте добро.ру. Также можно оставить заявку на участие. Само голосование на единой федеральной платформе za.городсреда.ру стартует уже 15 апреля и продлится по 31 мая. Выбранные проекты будут реализованы уже в будущем году.